Семья, сегодня у меня для вас есть слово от Бога. Послушайте мне внимательно, я не разбрасываюсь этими фразами, если Бог не сказал мне что-то сделать очень серьезное и сказать что-то серьезное. Сегодня я хочу разрушить некоторые вещи, которые, может быть, много лет были установлены в церквах. И также я хочу сегодня активировать очень уникальные вещи. Чуть попозже вы поймете, о чем я говорю. Итак, тема сегодня называется «Продолжение Бога». Чуть попозже вы поймете, почему у этой темы такое страннейшее название. Мне нужно будет предельно ваше внимание, потому что вещи, которые я сейчас буду адресовать и разрушать, это очень спорные вещи. Итак, я начну с того, что я скажу такую интересную вещь. Церковь – это не структура человека, которая делает что-то для Бога. Семья, я хочу сейчас, прямо сейчас разрушить первый миф. Вы слышите меня? Миф основной части церквей – это «Вот мы, Господи, мы хотим что-то сделать для Тебя». Семья, поймите, что церковь – это продолжение самого Бога. Я хочу сейчас объяснить. Есть вещи, которые мы делаем для Бога, а есть вещи, которые Бог установил церковь быть продолжением себя. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? То есть, поймите, о чем я сейчас говорю. Наследие Бога – это Он хочет. Вы знаете, что Он хочет себя сделать популярным, а не тебя? Почему большинство людей упираются в очень странные вещи? Почему нет движения, нет славы, нет силы? Потому что ты хочешь сделать, использовать силу Бога для продолжения себя, а Бог хочет дать тебе силу для продолжения Его. Кто-то понимает эту мысль? Семья, сегодня будет очень, как вам сказать, сегодня будет очень взросло, и сегодня будет даже для служителей и для пасторов эта тема. Но здесь дилемма. Если я хочу, чтобы церковь, творение Бога, было продолжением Бога, это значит, все церковные планы и проекты должны исчезнуть. Кто-то слышит меня сейчас, семья? Опять, вы в прошлый раз слышали, что Света говорила, амин? Я буду продолжать то, что она начала. Okay? Я хочу просто строить на тех вещах, которые она говорила, которые мы говорим. То есть она открывала мое сердце в реальности. Это то, о чем мы говорим годы и годы и годы. То есть это значит, мы должны сделать его приоритетом, семья. Сразу скажу, дорогие, перед тем, как я двинусь дальше. В этой теме будет две части, и вторая часть будет сегодня. Я хочу сделать очень серьезное заявление и анонсмент, который будет касаться локальной церкви. Это то, что Бог положил мне на сердце сделать, и я это хочу сделать. Сразу предупреждаю, это хорошая вещь. Но это будет касаться именно церкви локальной. Кто-то должен пожертвовать своей структурой, чтобы сила Бога могла течь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Кто-то должен пожертвовать структурой, планами, проектами, мечтами, какими-то действиями, чтобы Бог мог прийти, потому что это Его изобретение. Итак, самый первый миф, который я хочу сейчас двигаться дальше, который я хочу разрушить. Несколько недель назад у меня состоялся очень серьезный разговор с моим Богом. Я сейчас хочу разрушить вот этот миф следующий. Бог мне так сказал: пожалуйста, сын, адресуй миф мега-церквей и роста церквей. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Бог мне сказал уникальную вещь, которая потрясла меня. Он сказал: кто вам сказал, что я поставлю пастырей, чтобы они вырастали в большие церкви или в мега-церкви? Серьезно, семья, сейчас я сейчас буду некоторые вещи обличать и вскрывать, просто приготовьте сейчас.
Я когда-то Богу задал вопрос, говорю: Господь, нам тоже надо расти. И Дух Святой мне говорит: зачем? Семья, и Бог мне сбросил бомбу, которая меня потрясла. Он говорит: я не выращиваю церкви, я их умножаю. Большинство, поймите, когда церковь растет, вот примерно локальная церковь, Бог говорит: это единицы, которым я дал благодать. Кто-то слышит меня? Послушайте меня внимательно. Дух Святой мне сказал, что большинство пасторов боятся начать открыть и двигаться, потому что в их понимании это здание, это счета, это люди, это толпы, люди боятся этого. И потом мне Дух Святой говорит такую вещь: сынок, говорит, модель церкви показана самим Христом. Он говорит: да, я дам некоторым церквям благодать вырастать в такое количество, некоторым дам благодать вырастать еще в большее количество. Но Бог мне сказал: сын, вас уже больше, чем надо. И он говорит: я не выращиваю церковь, я ее умножаю. Дайте я сейчас объясню, что это значит. Это значит, что как только Иисус поднял свою команду, он ее не собирается расширять. Он будет умножать еще такую команду. И такие команды от 10 до 15 человек Бог хочет умножить по всей земле. Кто-то слышал, о чем я говорю? Когда церковь не умножается, как Бог сказал, а растет, в церкви 90% балласта, бесполезного балласта. Давай, вперед. Это значит, что модель Христа, вот эта вот команда 10, 12, 15 человек, вот эта модель, вот она. Это значит, что вот эта клеточка, она будет вся живая. Кто-то понимает, куда я сейчас иду? Я сейчас, дорогие мои, я прямо сейчас хочу разрушить вес, который люди ложат на себя, думая, что они должны вырастать в что-то большое. Также хочу просто утвердить пасторов то, что мне сказал Бог. Он говорит: большинству пасторов на этой земле я не дам больше, чем 15-20 человек. Не дам. Кто-то понимает, почему, семья? Потому что модель Христа, почему Христос не вырастил мега-церковь? Он мог, за ним ходили толпы. Почему он показал именно домашний вариант церкви? Церковь, в которой не надо здания, стены, какие-то счета, какие-то вещи. Поймите, я не говорю о том, что то, что мы делаем, плохо. Я говорю, что эта церковь должна быть разбита на пасторов и домашние церкви. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы с вами, нас с вами уже слишком много и слишком много бездельников. Алло! Ну аминь скажи! Ну правду матку рубим же, а? По-английски еще веселее звучит. Что значит? Это значит, что нас настолько много и уже много чего делается. Я буду просто приходить и наблюдать за этим шоу. Семья, поймите, о чем я говорю. Некоторым Бог дает размер, некоторым Бог дает голос, влияние, разные вещи. Но Бог говорит: моя модель в большинстве случаев будет примерно домашнего размера. Кто-то слышит меня? Поэтому я говорю сейчас вот пасторам, которые Богом рождены быть пасторами: не бойтесь, если у вас 12 человек, вы абсолютно, тотально состоялись. Если у тебя есть верная команда, которой вы делаете дело Бога, распространяя Его Царство, вы абсолютно качественная Церковь Христа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я понимаю, что так тихо сегодня? Я вроде у себя дома. Я не на какой-то конференции. Я понимаю, конференция, тишина бывает. Что, попадаем, да? Попадаем. Попадаем. Модель церкви дана Христом. Это значит, что Бог рассчитывает на каждого сына и дочь Бога быть задействованными в жизни Царства Его. Это значит, что Бог прямо сейчас, Он хочет активировать массы людей, массы пасторов, которые откроют свои дома, и они просто скажут: добро пожаловать. Если вас станет больше, чем дом, умножайся, не расти. Кто-то слышит, о чем я говорю? Просто как только вас стало чуть больше, разделил, отделил, двигаешься дальше. Разделил, отделил, двигаешься дальше. Кто-то понимает, что такое движение Христа? Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему, вы знаете, Бог, как вам сказать,
не был никогда план Бога ставить одну говорящую голову на 20 тысяч, 30 тысяч человек. И вы знаете, что большинство церквей выращены искусственно, не Богом. Они выращены абсолютно не теми методами, они выращены проектами, какими-то сценками, какими-то планами, какими-то идеями человека. Семья, мы мечтаем о пробуждении. Амин? Мы revival. Мы все мечтаем о пробуждении. Но что такое пробуждение, семья? Пробуждение – это не что-то экстраординарное. Это абсолютная норма для церкви Иисуса Христа. Это норма, семья. То есть это не то, что мы делаем, семья. Это не то, что куда мы что-то мечтаем, что-то великое. Он говорит, это призвание каждого христианина – жить и двигаться, быть пробужденным. Итак, церковь не всегда это рост, поэтому выбросьте, если кто нас сейчас смотрит, я просто благословляю вас на открытие вашей локальной церкви, которая будет начинаться из вашего дома, и больше 12-15 человек вам не нужно вообще. Я благословляю вас. Церковью, которая выросла, намного легче манипулировать, чем церковь, которая умножилась. Кто-то слышит, о чем я говорю? Потому что на всю эту массу стоит одна говорящая голова. Но когда оно умножено Богом, он говорит, все делают мою работу, все имеют часть. Кто-то понимает, о чем я говорю? И поверьте, вторая часть того, что я буду говорить, это очень серьезно будет вытекать из того, что я сейчас говорю вам. Итак, вы когда-нибудь задумались над тем, что является самым главным планом сатаны? Что его за план для человечества? Самый главный план, который я Богу задал этот вопрос, Бог мне сказал, это рассоединить творение с Творцом. Другими словами, когда Бог создал Адама и Еву, когда Он создал свою семью, его план был продолжить себя, умножить Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сделать тебя частью Его. То есть, что Бог делает? Он говорит, я ищу удлинителей. Я об этом чуть-чуть говорил в Латвии. Удлинитель – это когда ты подключаешь его к источнику силы, и ты просто тянешь эту силу в другую часть здания. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог говорит, большинство людей слишком запитываются от меня, а я хочу, чтобы ты просто протягивал мою энергию в другую часть. Кто-то понимает? Чисто убрать свое имя. Дух Святой действует, как он хочет. Другими словами, у удлинителя есть выбор. Или быть продолжителем, или быть потребителем. Кто-то услышал сейчас меня? Удлинитель может выбрать удлинить. Успеваешь за мной, да? Удлинить. Или удлинитель может начать питаться сам и запитывать свои собственные таланты, идеи и вещи. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему Бог лишает тебя силы, потому что ты себя освещаешь, выращиваешь и умножаешь. Ты себя умножаешь, ты себя запитываешь. Кто-то понимает, что сделал Люцифер? Он захотел взять силу Бога и построить себе трон. Он хотел стать Богом вне Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Слушайте меня сюда внимательно. Это для взрослых. Бог хочет поднять семью, вытекающую из Него. Семью богов. Продолжение Бога. Кто-то услышал сейчас меня? Что сделал дьявол? Он отсоединился от семьи Бога и начал строить свою. Кто-то видит опасность? Бог хочет тебя сделать Богом, но не потребителем от Бога. Кто-то понимает? То есть Бог через тебя может течь, и этот удлинитель на время становится удлинителем Бога. Кто-то слышит меня? Это для взрослых. Я предупреждаю, если кого-то кувыркнуло, я не виноват. Дайте переводчику время немножко. Я слишком быстро двигаюсь. А я не знаю, что я сказал. Оно само течет. Повторить? Перемотайте пленку. Короче,
Еще раз, давайте еще раз. Бог хочет сделать тебя Богом, но не независимым от Бога, а продолжением Бога, как удлинитель с резетки идет в другое место. Другими словами, мой сын не может быть независимым от меня. Хочет он или нет, он мое удлинение, а я удлинение моего отца. Кто-то слышит, о чем я говорю? Другими словами, Бог строит семью. Он никогда не предназначал тебя жить вне его силы и энергии. Кто-то понимает? Для взрослых семья сейчас. Другими словами, я являюсь проводником той же силы, но я не являюсь источником этой силы. Кто-то понимает, что такое семья Бога, что такое Бог богов? Другими словами, он говорит, я дам тебе быть мной. Он говорит, я тебе дам возможность быть мной, но когда люди будут запитываться, они будут не тебе славу отдавать, а источнику силы, которая через тебя протекает. Кто-то понимает это? Для взрослых семья, реально сегодня для взрослых. Вот почему, как только человек начинает, вы заметили, когда пробуждение идет, люди, используемые Богом, как только они начинают коррумпировать силу Бога, Бог отключает их от источника энергии. Вы заметили это? И отходит. Он просто отключает тебя от источника силы. Ты остался тем же проводником, но теперь в тебе нет силы. Имя осталось, силы лишенной. Вопрос, вы для себя что-то берете сегодня? Аминь. Воздайте ему славу, семья. Я хочу что-то вам принести сегодня от самого Бога. Это был мой очень такой, как вам сказать, такой уникальный разговор с моим Богом, и я просто хочу вам его передать. В этом разговоре был и я обличен Богом, с самим Богом. Он обличил и меня, он откорректировал и меня. Я хочу быть корректируемым, семья. И он мне сказал, перестань поднимать вот церквя. Он говорит, начни активировать и благословлять людей. Вот домашняя церковь, вот это то, что должно быть. Просто активируй, благослови, как отец, просто покрой. Бог говорит, мое пробуждение будет совершенно другим. Оно не было не похоже ни на что. И Бог мне сказал интересную вещь. Я вернусь в то, откуда я начал. Я показал модель моей церкви. Вы знаете, что такое умножение? Умножение – это многие члены, части тела управляются одним сознанием, одной головой. Управляются одной головой. Что такое рост? Это одна рука растет и растет, и, блин, растет и растет, и это уже такая нога, она уже закрывает все. Ножище. Кто-то понимает разницу между телом и членом? Ну, частью. Я туда не пойду сегодня. То есть мы просим Бога, Бог, дай мне рост. Он говорит, у тебя нога уже длиннее, чем надо. Он говорит, сынок, переключись, строй другую ногу, переключись, руки строй, благословляй уши, глаза, просто активируй все вокруг. Нет, Господи, вырасти и еще мою ногу. Не ногу соседа, мы же молимся о своем росте, а ты начни молиться о соседской церкви, чтобы она выросла и переросла всех. То есть мечта Бога, возвращаясь к этому топику, это удлинить, свою семью удлинить. Та же сила течет через миллиарды людей. Кто-то понимает? То есть Он контролирует, Он течет через нас. Не я подключен Богу, а вы тут все в очередь становитесь и ко мне подключайтесь. Понятно? То есть я еще счетчик на своем этом, знаете, удлинителе поставил. Мы туда не пойдем. У многих такие счетчики стоят, держи меня. Давай, пытайся. Да, и еще I put the mirror on myself. И ты еще должен платить немножко небольшое фи, чтобы иметь к доступу к моему источнику энергии. А Бог говорит, неправильно, я хочу всех подключить к себе лично. Опа! И вся монополия пасторская заканчивается. Фу! А мечта этого дома подключить каждого, кто здесь и кто нас смотрит, вот всех людей подключить лично к самому Иисусу Христу. Но многие люди не хотят, потому что подключиться к Богу опасно. Лучше сказать, Моисей, ты ходи на гору и назад,
А мы тут как бы, ну, поможем тебе. Эти варианты уже были. Церковь последнего времени просто повторяет модель Моисея. Церковь пытается повторить модель Моисея, избрать себе великого человека Господа, подключить его к Господу и потом питаться от него. А Бог говорит неправильно, я хочу всех лично питать и хочу со всеми лично общаться. То есть нести, что такое церковь пробуждения, это которая сбросила свои планы и проекты и сказала, через нас, через всех просто будет течь сила для этого мира. Все! Это много, да. Одного Бена достаточно. Я не знаю, что я сказал, я вам все знаю. Я без конспекта проповедую, это опасно. То, что я смотрю сюда, это ни о чем не говорит. Это привычка. Мы сейчас обоев вспомним. Ладно, забыли, поехали. Бог хочет сделать, Бог, смотри, Он хочет сделать, что такое родословная Бога? Это Его фамилия у тебя. А сатана подполз тебе и говорит, а давай мы сделаем твою собственную семью и твою собственную фамилию. Адаму надо было повернуться и сказать, ты уже попробовал, ну чем это закончилось? Ты как молния летел. Представляете, это как надо было проходить быстро, чтобы светиться. Ты представляешь? Как надо было тереть воздух? Представляете, никто не бьет так, как бьет Бог. Полет сверхзвукового уровня. Вот кто летал, это сатана. Он реально летал. Да, и он был активирован силой, но она была немножко по-другому активирована. Итак, двигаемся дальше. Вам интересно? Хорошо, идем дальше. Смотрите, Бог поместил два дерева и два плана. Два плана в саду. Я хочу, чтобы вы сейчас меня внимательно-внимательно слушали. Здесь большой ключ. Сейчас я буду говорить. То есть один план – это дерево жизни, которое делало Адама зависимым от Бога. Слушайте сейчас сюда. Библия, Бог не запрещал дерево жизни. Это значит, дерево жизни был доступ у Адама, у Евы. Они питались от этого дерева, жили и приходили к Богу учиться, расти и развиваться. Мы не знаем, сколько тысяч лет или сот лет это было. Времени не было. Посмотрите, послушайте внимательно. Бог мне показал эту вещь совершенно с другой стороны. И потому что я когда прихожу к Богу, вы знаете, я говорю, Бог, потряси все мои стереотипы, расскажи мне историю опять заново. Расскажи мне историю по-новому, по-другому. И Дух Святой так красиво мне это разложил. Он говорит, сынок, я дал два дерева, и я дал два плана человеку. Первый план – это дерево жизни. Ты абсолютно зависим от дерева и от Бога. Ты не можешь выходить из Эдема и отсоединяться от Бога. Кто-то понимает это? Второе дерево, которое было запрещено, которое делало Адама абсолютно независимым от Бога. Слушайте сейчас сюда. Второе дерево, послушайте сейчас, как мне Дух Святой объяснил. Второе дерево – это познание зла и добра вне Бога. То есть не Бог твой учитель, и не Он тебе это объясняет. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Это для взрослых, ребят, для взрослых сейчас. То есть объясняю. Я сейчас тебе объясню то, что я написал. Например, я написал какую-то книгу или какую-то истину, и я тебя учу. Или я просто бросил в тебя кусок информации без меня, и ты сам придумываешь себе, что этот автор имел в виду. Кто-то понимает разницу? Дерево жизни – это ты с Богом в длинном процессе познания истины, познания добра, зла, всего глазами и мнением Бога. Кто-то понимает? Его устами. Он твой учитель. Дерево познания добра и зла, почему оно запрещено? Потому что у тебя мгновенный доступ ко всей, другими словами, Бог тебя учит по страничке, а сейчас у тебя есть вся книга, но эта книга тебя ушатает, потому что это не Богом дано и не Богом объяснено. Кто-то понимает, как опасна информация, которая не преподана духом истины? Вот почему люди сошли с ума. Особенно последние 3-2 года это вообще все потеряли свои, я не знаю, серое вещество. В
абсолютно потерялись. Потому что они имеют доступ ко всему, но это без истины Бога, без его интерпретации. Вот почему нужно абсолютно необходимо рождение свыше. Потому что как только в тебя входит дух истины, он моментально все ставит на свои места и на свои полки. То есть, я хочу, чтобы вы поняли, вы не потеряли меня, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, семья? Вы со мной, да? Я хочу потихонечку ввести вас, чтобы вы поняли, первый план – это абсолютная зависимость, второй план – это все вне Бога. Быть Богом вне Бога. Ключ к этому пониманию, когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла. Я это перечитал много раз, пока до меня Дух Святой донес истину. Ключ в провале Адама и Евы был именно в том, что сказал Бог после того, как они вкусили дерево. Он сказал, они стали как мы. Кто-то понял? Кто-то слышит сейчас меня? Слушайте меня очень внимательно. Опять говорю, это тема для взрослых людей. Like us. Как мы. И Бог говорит, читай заново. Я читаю, они стали как мы. Он говорит, читай опять. Бог, я не понимаю, они стали как? Он говорит, ты не понял, сынок. Они не стали нами, они стали как? Это значит, дерево отсоединилось и начало расти независимо от Творца. Кто-то слышит меня? Они не стали продолжением Бога. Кто-то понимает? Они не стали семьей. Они отсоединились, вкусили все познание и стали как боги. Это значит, они стали другой субстанцией, другими богами. Своим открытым текстом говорю. Да. Поймите меня, мне хочется огромную глубину вложить в простые фразы, и иногда мне не получается. Подарите мне благодать, пожалуйста. Но вы до этого момента со мной. Вы со мной все? Он хочет создать семью. Ты не какое-то отрепье, какой-то нищеброд, которого там надо спасти. Ты там вот сиди в этой части неба и не раздражай Бога. Ну, это религиозная как бы версия спасенных. Бог хочет создать, он, семья, Библия говорит, он Бог кого? Богов. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но вся сила этого места в том, что он Бог своих богов. Не как богов, не чужих богов. Кто-то со мной? Другими словами, что сделал Христос? Он стал удлинителем, он стал тем звеном, который соединил потерянного человека от Бога. Кто-то слышит? Он схватил две руки. И вот сейчас ты стал абсолютной частью и продолжением самого Бога. Никто не мог этого сделать. Только святая кровь Иисуса Христа. Только он мог быть соединителем. Только он мог быть Бога-человеком, человека-богом. Кто-то понимает, о чем я говорю? Перестаньте заблуждаться, нет иной двери, нет иного учения, нет другого вероисповедания, нет другого человека. Единственная личность под небом, которую мы только можем спасти, и эту дверь войти, Иисус Христос. Точка. Не можешь ты быть добрым человеком, изучить психологию и попасть на небеса. У тебя нет соединения, ты не подключился к силе самого Бога. Ты должен быть подключен, ты должен быть соединен с той же силой. Вот почему я не буду судим, потому что когда я подключаюсь к силе, я прямо сейчас исправляюсь и трансформируюсь самим Богом. Кто-то понимает? Потому что прямо сейчас сила Бога, протекающая через меня, судит, трансформирует, корректирует и исправляет меня и тебя. Под осуждение попадают те, которые не захотели ничего общего иметь с силой Бога, которая хотела через тебя протечь и хотела тебя трансформировать. То есть первый план – это Бог, дающий жизнь, который сам лично учит всему Адама. Сам. Поэтому он поставил дерево жизни, потому что плоть и кровь, которая была дана Адаму, она должна была подпитываться от дерева жизни, чтобы жить веками. Кто-то понимает, да? Обновляться клетки, жизнь тебя трансформирует, и ты не умираешь. Сразу хочу сказать, Адам умер не потому, что согрешил, а потому, что ему был запрещен доступ к чему? К дереву жизни. Спасибо, пятерка, садись. Кто-то понимает, о чем я говорю?
То есть, что Бог сказал? Он сказал, а теперь запретим им есть от дерева жизни, чтобы они не стали жить, что? Вечно. Чтобы они не стали жить вечно. Это значит, Бог тебя отключил. Не грех рассоединил тебя. Отсоединение от жизни Бога убивает всех нас. Мне так хочется, чтобы ты меня после этой проповеди просто продолжал любить и не назвал еретиком. Я уже буду доволен. Потому что вещи, которые я сейчас сбрасываю для простого ума, мне тебя жаль, мне реально тебя жаль. Некоторых мне очень жаль. То есть первый план, сам Бог твой учитель, но здесь процесс. Он хочет, чтобы ты сидел в этой школе, пока он тебе не даст диплом. Второй план. Сатана подходит и говорит, я тебе дам другой доступ, другой план, где все сразу, без процесса, ты моментально все съешь и все поймешь, и станешь опять ключ, как Бог. Поймите, отец, его мечта – это построение семьи. Вот как угодно. Он даже построил семью на земле, он сделал мужчину и женщину, дал им деток, и он им сказал, вот что я хочу. Я хочу размножаться. Но он говорит, я единственный источник энергии, и все мои дети будут иметь мою фамилию, мою печать. Сила вне меня недопустима. Когда мне дана сила Бога по возрасту, она не вздувает меня. Когда у меня есть доступ ко всему, не по возрасту, я пропускаю эту школу, человеческое сердце крайне испорчено, Библия говорит. Амин. Дух Святой вошел в нас, и Он хочет учить нас истине. Вот почему Иисус говорит, я пришлю. Он не просто утешитель, Он говорит, Он учитель, который вам напомнит и научит вас всему. Но, дорогие мои, я Богу задал вопрос. У нас уже есть доступ ко всему добру и злу. Пятилетний знает, что кусаться и драться нельзя. Ему даже объяснять не надо. Он знает, что это плохо, а вот это, а обнять сестричку, это хорошо. И Дух Святой мне говорит, я хочу жить в тебе, чтобы навести порядок в этом хаосе, чтобы тебя сделать богоподобным, имея весь набор добра, зла, истины и лжи. Весь набор. Он говорит, я хочу тебя сделать подобным мне, преображаясь в тот же образ. Амин. Давайте прочитаем это место. Оно мне, я не знаю, я всегда к бытию возвращаюсь, меня там просто кроет постоянно. Мы выведены из процесса ловушкой сатаны, ложью сатаны. Бытие, 3 глава, 5 стих. «Но знает Бог, в тот день, в который вы вкусите их плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот здесь ключ. Как боги. Семья. Он Бог не как богов. Он Бог богов. Кто-то понимает? С честью нести Бога приходит бремя, что ты не имеешь права нести себя. Это значит, когда ты будешь сталкиваться со мной, хочешь ты того или нет, ты всегда будешь сталкиваться с силой. И после прикосновения к тому, той силе, которую несу я или несешь ты, тебя будет тянуть не к удлинителю, а к силе. А для меня и для всех пасторов очень важно указать, что не я сила, потому что младенцам кажется, что сила идет из удлинителя, а сила идет из розетки. То есть мне нужно объяснить, то, что вы сейчас переживаете, я не источник этого. Источник этого туда, куда я подключен. Хотите это? Не подключайтесь ко мне, я плоть и кровь. Подключайтесь к источнику. То есть ловушка этого сатанинского плана, что он хочет создать расу богов. Вы помните, когда смешались ангелы, он создал расу богов, совершенно другую ветвь. Это его план. Он пытается это сделать, продолжает это делать. Почему семья? Потому что пока сатана вот это делает, у него есть возможность существовать. Слушайте очень внимательно, что я сейчас буду говорить. Как только Бог поднимет семью богов, он отключает все от своего источника. Даже сатана движется и живет его энергией. Вы слышите меня?
Если вы поняли, что я сейчас говорю. Вся энергия, вся сила абсолютно принадлежит одному. И как только он решит выдернуть... Ты думаешь, сатана силен? Забудь за эту шавку. Он никто... Семья, все сейчас, все абсолютно движется. Я сейчас прочитаю это место из Библии. Некоторые его даже не видят и не помнят. Я его прочитаю. Все абсолютно из него. И когда он свой план совершит, он отключает все, что к нему не присоединено. Другими словами, сейчас все может двигаться. Да, оно питается энергией Бога, оно ему позволено жить, пока невеста и пока сыновья и дочери дорастают до уровня богов Бога. Пока они станут абсолютной копией и подобием своего Творца. Кто-то слышит меня? Выбросьте из своей головы, что кто-то имеет силу вне Бога. Это все сила Бога. Это все энергия Бога. Просто всем на время позволено пользоваться этим. Место из Библии. Я обещаю. Римлянам 11.36. Римлянам 11.36. Смотрите, что здесь написано. Такой, как будто прощание Павла, окончательный стишок. И он здесь просто сбрасывает бомбу. Ой, заметить это сможет только тот, кто понимает концепт силы, которая только у Бога и только от Бога. Итак, читаем 11.36 Римлянам. «Ибо все из Него, им и к Нему». Только не замечен людьми. «Все из Него, им и все назад к Нему вернется». Точка. Ничего вне его существовать не будет. У меня вопрос. Ты с кем хочешь быть? С Богом или сам по себе? Ты хочешь быть с Богом или сам по себе? Вопрос. Дорогие, сейчас опасно. Абсолютно опасно сейчас последнее время решать, быть с Богом или нет. Потому что мы не знаем, когда мы будем выдернуты из розетки. Я прямо сейчас хочу быть Божьим, я не хочу решать. Потому что когда Бог решит выключить этот выключатель, Боже мой, светиться будет только то, что подключено к Его. Семья, я объясняю простыми словами очень глубокие вещи. Вы со мной? Хорошо. Все из Него. Все, семья. Кто-то понимает слово «все»? Добро, зло, сейчас некоторых кувыркнет. Все из Него. Не то, что Бог злой. Он Бог и имеет доступ ко всему. Но Он выбрал быть любовью. Кто-то понимает этот концепт? Все. Чтобы создать... семью богов. Ему нужно дать семье богов доступ ко всей силе, информации и глубине, которой у него есть доступ. Он должен дать тебе доступ к абсолютному злу. Абсолютно. Иначе ты не можешь сделать выбор, если у тебя нет всей информации. Я не потерял тебя? Я еще не еретик? Нормально? Ты со мной? Хорошо. Потому что, поверьте, то, что я говорю, настолько не проповедуется в церкви со сцены, что это звучит иногда просто очень опасно для религиозных ушей. Но дети Бога, движимые Духом Бога, знают, что я сейчас говорю. Мне даже тебе доказывать ничего не знаю. Твой дух сейчас хам, ням-ням, ням-ням, аминь, спасибо. Бог всегда преследовал создание семьи. Вот почему первый момент это был Люцифер. Ему дано было доступ. Вы знаете, что Люцифер хотел сделать? Он хотел повторить то же самое, что Бог сделал с ним. Бог дал ему доступ и сделал его моментально совершенным в одну секунду.
Почему Люцифер стал? Люцифер имел внутри себя все. Иногда съедешь совершенно в другую часть. Тебе нужен, мне нужен процесс. Что такое процесс? Вы когда-то задавали? Процесс – это я должен, и ты должен коснуться зла, чтобы сказать, я это ненавижу и этого не хочу. Но, когда ты коснулся зла и коснулся, попробовал, ты мгновенно осужден Богом. Вот почему нужна кровь, которая омоет тебе и дать тебе благодать, пройти, быть прощенным и выбрать добро и любовь. Кто-то понимает, о чем я говорю, семья? Если бы понимали, что сейчас я говорю вам, Бог хочет дать тебе доступ. Другими словами, Он хочет, чтобы ты не можешь сказать, я люблю горячую воду, испытывая всю жизнь только холодную. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не можешь. Тебе нужно попробовать горячую и попробовать холодную. И сказать, холодная – это вообще не мое ДНК и не моя жизнь. Вот почему Бог позволил процессу, семья, процессу происходить. Вот почему нам дана кровь и благодать, которая омывает и дает нам шанс продолжать двигаться и трансформироваться. Сатана указал на самый короткий путь, который не требовал процесса. Этот путь не требовал зависимости от Бога. И именно этот путь повлек за собой огромные последствия, разрушение, боль и смерть. План Небесного Отца – сделать тебя и меня продолжением Его семьи. Так как Он является источником силы, Он хочет тебя подключить к вечной и бесконечной сети своей, сети силы. Но чтобы быть подключенным к силе Бога, нужно быть или абсолютно святым, или искупленным. Кто-то понимает, о чем я говорю? Born again, да. Да-да, омытый кровью Иисуса Христа. Вы со мной? Вот что Отец хочет тебе подарить. Вот что тебя и меня ждет в вечности и бесконечности. Я уверен, мы с вами даже представить не можем, что семья, что Бог с богами будет творить во всей вечности. Они не будут стоять в хору и петь песни. Ну, если ты хочешь, ну, если это твой рай, ты можешь петь, это нормально. Люди не могут в свое сознание вместить видимую вселенную. Можете представить, мы будем жить не только в видимой вселенной. Это... Семья, не взрывали ли это ваш мозг? Мы не можем познать творение Бога, а Он нас хочет поместить в свое неизмеримое измерение. In His universe. Его... Вот семья, видимый мир – это не там, где мир Бога. Бог не тут, семья. Ну как, Он везде, но это не Его обитель. Мы на земле здесь контролируемы временем, гравитацией, понимаете, да? Вот всеми зависимыми вещами, размерами. Бог, Он стоит вне всего творения. Он совершенно в другом измерении. И мне даже в голову не попадает, как люди могут выбрать сатану, у которого будущее – озеро огня. Ну, джакузи, назовем так. Да я лучше здесь пройду этот путь. Пройду его, да, жестокий, больный, нелегкий путь, но я буду с моим вечным отцом во веки веков. План Отца остается в действии, и сыновьям Бога необходимо поддаться этому процессу, процессу превращения. Превращение начинается, мы с вами уже говорили, начинается с любви к Богу. Возлюби всем сердцем, разумением, всей крепостью твою, просто прилипни к Творцу. То есть семья, что значит удлинитель подключается в розетку. Я включаюсь в любовь Бога, абсолютную, непонятную, непревзойденную любовь Бога. Всей крепостью. Именно этим людям дается вход в семью Бога и доступ к силе Бога. Он не может дать тому, кто его не любит. Кто-то понимает? Код к сердцу Отца. Другими словами, если ты хочешь иметь доступ в семью, это, дорогие, почему даже семья на земле, когда мужчина и женщина вот становятся семьей, мужем и женой, самый главный фактор между ними на земле, семья, это любовь.
Другими словами, моей жене я дал доступ ко всему, что я имел или, ну, или в будущем буду иметь, только по одной причине, потому что я увидел, что она любит меня, а не то, что я даю. Кто-то может понять этот ключ? Семья, поймите, как все дается. Она мне дает свою абсолютную любовь, а я ей даю доступ ко всему. Семья, вот эта невеста Иисуса Христа, она отдает ему всю себя, она влюбляется полностью, тотально, без ума в Иисуса Христа, и ей дается быть частью самого Бога, продолжением Бога. Возлюби, семья, возлюби, это самая высшая заповедь, и она абсолютно не понята религией, не понята. Религия не понимает любви, они все делают для Бога, строят для Бога, кормят голодных для Бога, хотя ты должен строить Богом, кормить голодных Богом. Это не я кормлю, это Он кормит. Кто-то понимает, о чем я говорю? Для Бога делают только те, которые находятся вне Его. Как только ты подключаешься к Нему, ты уже не можешь ничего делать для Него. Ты все делаешь им. Кто-то понимает? Им. Он делает. Делается все им через тебя. Это уже не я. Семья, кто-то понимает? Для Бога делают только те, кто не имеют с Ним взаимоотношений и любви, которые стоят вне Бога и пытаются что-то сделать для Бога. Даже здесь на земле, если моя жена, мы одно целое, если она какую-то бумагу подписала, по закону Америки эту бумагу подписали мы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ответственность на мужа и на жене одинаково. Кто-то понимает? Это то же самое, когда Бог что-то делает, и ты к ним подсоединен, ты абсолютно влюблен. Это делаешь ты. Как только это делаешь ты, это не делаешь ты, это делает Он. Вот почему Иисус говорит, я ничего не делаю, если не вижу Отца Творящим. Семья, вот почему Бог говорит, что я восстановлю скинию Давида, семья. Я буду заканчивать уже. The Tabernacle of David. Он говорит, я восстановлю скинию Давида. В скинию Моисея шли из-за закона и того, что они должны. В скинию Давида шли только те, кто любили Бога. Кто-то понимает? Скиния Давида – это целая иерархия, несколько комнат, священники, прибамбасы, жертвы, опасность, грех, святость. Очень много вещей. Но Моузес. Скиния Давида – это абсолютный ковчег завета, стоящий без всякого покрывала. И любой, кто любит Бога без ума, приходит к нему и поклоняется живому Богу без посредников. Семья, его цель – сделать нас абсолютно и полностью зависимым только от Него. Вот что значит, когда Бог, некоторые, как бы, что такое вознесение невесты? Кто-то понимает это? Я хочу объяснить это в двух словах. Семья, вы понимаете, что такое вознесение церкви? Очень просто. Бог уходит с земли. Вы не поняли. Вознесение – это не какая-то невеста, но окей, Бог, я готова. Поехали. Лифт, кнопка, рай. Пуп-пуп. Это не вознесение. Просто забирается Дух Святой, Христос. Все это забирается. Бог уходит. Кто-то понимает? Он забирает свое. Еще раз повторяю, это не просто возносится, уходят люди. Это Бог отходит от земли, и все, что его, покидает землю вместе с ним. Кто-то слышит меня, семья? Это проще уже невозможно объяснить вознесение. Невозможно. Вот это вознесение. Бог просто говорит, я больше мой дух здесь не оставлю. И он забирает все. Смешно, да? Но это религиозная доктрина. Я вам даю гарантию. И религия ходит и говорит, а ты сегодня был редиской или ты сегодня был святым? А Бог говорит, Он вообще эти вопросы не задает. Он задает простой вопрос. Ты мой или не мой? Я могу быть редиской, но я Божья редиска! Кто-то понимает, о чем я говорю? У тебя дети. Один, ну, святой, а второй, ну, редисонище. Но он твой. Ты никуда без него не уедешь. Ты его тоже в автобус засунешь. Иди, поехали. Не потому, что он хороший или плохой, потому что он твой. Поэтому быстрее принимай Христа. Ha 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 ha! Woo!
Просто тебя заберет с собой. Ты такой: я недостоин был. Говорит: я знаю, но я ничего с этим поделать не могу. Залазь в машину, поехали. Причем тут достоин, недостоин. Вы понимаете, как оперирует религия? Религия оперирует на делах, а Бог оперирует на принадлежности. Вот где разница. Я или семья, или я в гостях. Ты в гостях, или ты семья. Вознесение религии — это куча людей, которые сегодня были хорошими, и сегодня Христос забрал всех хороших. От всех, кто были, никуда не пойдешь. Семья — Бог не базирует твое спасение на чем-то, что зависит от тебя. Если бы поняли, что я сейчас сказал. Он не базирует рождение свыше на твоих делах. Он просто ставит на тебе печать. Хороший ты, полухороший, слегка хороший. Ты с печатью, ты его. Боже мой! Ты его. Некоторым лоб, некоторым лоб, некоторым... И поэтому перестаньте мне рассказывать: ты хороший, ты плохой, ты его, не его. Все, точка. Дух Святой или живет в тебе, корректирует тебя, ведет тебя, учит тебя, или он не живет в тебе. Ты просто живешь своей жизнью, делаешь, что хочешь. Все, делали для тебя. А Бог говорит: я вас не знаю, вы не моя семья, я вас не рожал. Цель Небесного Отца — сделанность полностью и всецело зависимым только от Него. Ты живой? Хорошо. Я знаю, сейчас много пролетает. Цель Небесного Отца — сделать нас полностью и абсолютно зависимыми. Мы Его семья, полностью Его. Только в этом состоянии мы можем обладать атрибутами Бога, силой Бога, авторитетом и властью Бога. Только в этом состоянии. Потому что царство, семья, послушайте, царство и вся вселенная распознает только голос Творца и все, что от Творца. Она голос имеет Создателя, когда мы подсоединены только к Создателю. Через тебя течет его голос, или ты пытаешься пользоваться силой Бога и взращивать, выращивать себя, свое эго, свое я. Вы что-то взяли для себя? Воздайте ему славу. И сейчас мы перейдем к части номер два. Я долго не займу, сразу обещаю, долго не займу. Это будет очень быстренько. Я молился перед тем, как вот эту вещь сказать. Это будет касаться только локального тела. Этот момент начался у меня с того, когда я неделю назад пытался спалить дерево, которое мы обрезали. Знаете, ну, осенью ты обрезаешь деревья, ветки, и я хотел спалить эти мокрые ветки. Кто-то пытался развести костер, когда мокрое все. Бог мой, это ужас. Я принес канистру бензина. Облил все, промочил все. Бензин сгорел, ветки не взялись. Знакомо? Знакомо. Я такой, знаете, ну я не сдаюсь. Я никогда не сдаюсь. Я такой: ладно, бензин не работает, идем дальше. Я взял пропановый, знаете, вот этот, горелку вот эту, пропановый, ну так, пропан, торч, да, торч. Я брал эту пропановую горелку. И я прямо горелку туда, знаете, да, взял эту кучку маленьких каких-то веточек. Я не понимал, почему я не могу запалить это. Потом, знаете, я умней стал. Я положил торч. Переводчик не переводит, слушает. И потом я думаю, какой следующий шаг к тому, чтобы распалить это? Бензин не работает, этот не работает. Все дымит, воняет и тухнет. Я говорю: точно. Я видел в одном каком-то видео прикольный момент. Я поставил торч. И я, знаете, взял мой электровеник, знаете, вот этот блоуэр, туда ходит, листья сдувает, знаешь? И я поставил этот торч, и я начал дуть, знаете, разжигать это все. Боже мой, меня бы снял бы кто-то. Да, а этот, вот этот, знаете, этот торч пропановый, эта горелка, она распаливает, а этот блоуэр, он просто раздувает, да? И я, ребят, через полчаса еле-еле загорелось. Там где-то около получаса более-менее разгорелось, и потом оно как начало гореть. Потом какие угодно бревна туда маленькие, большие кидаешь, все вспыхает, температура поднята, уже подойти тяжело к этому. Знаете, да, о чем я говорю?
И Бог мне говорит: сын, я бросаю тебе вызов. Он говорит: я хочу принести пробуждение в этот штат. И он говорит: сынок. То есть Бог говорит, кто во время вот этого, не просто вот кошмара, во время того, что даже вот дождь льет, не то что, кто начнет молиться об огне и пробуждении Бога, кто начнет инвестировать, кто свое время отдаст этому? И Бог мне говорит: сынок, скажи это моей семье. Дорогие, с этого понедельника мы начинаем цепочный пост и молитву. Я не знаю, кого это коснется, но я знаю, наберется достаточно людей, чтобы иметь цепную, чтобы взять один день в неделю поста и один час в день молитвы. Движение Бога. Мы будем с вами начинать с понедельника, и мы всю коммуникацию мы будем вести с вами через наш TCCI Family Viber приложение. Мы будем брать с вами час, любой час, который ты возьмешь. Я советую сейчас начать потихоньку. Я хочу, чтобы весь месяц декабрь, мы посвятили именно весь месяц декабрь, мы посвятили молитве и посту за пробуждение этого штата. Амин. Я верю, что семья, Бог не назвал, церковь моя назовется церковь библейской школы, церковь конференции. Он сказал, церковь моя назовется домом молитвы. Каждый, кто считает себя частью этого дома, взял на себя маленькую нагрузку. Семья, я еще раз говорю, мы молимся о том, чтобы стать продолжением Бога, чтобы войти в то состояние, в котором церковь должна жить и существовать. Сюда должны приходить, загораться и разъезжаться и начинать другой огонь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Моя мечта пробуждения – это не раздуваться тут, чтобы людей не могли вмещаться, а чтобы люди приезжали, зажигались и уезжали, увозили, улетали, увозили. Кто-то понимает, о чем я говорю? Разжигать этот мир для Иисуса. Поэтому вы просто в чате пишите: я беру с 5 до 6. И как только вы закончили, просто пишите: молитва закончена, передаю эстафету. И следующий берет. По 2, по 3 человека на час – это нормально. Если кто-то не является частью чата, сразу предупреждаю, наш чат оживет. Очень оживет с понедельника. Поэтому, если вы являетесь частью этого дома, частью этого штата, Илюша, подними руку. Встань, да, встань. Подойдите к этому человеку, он внесет вас в этот список. Он с вами, если кто-то в этом списке не находится, хорошо? Ребят, давайте возьмем с вами ответственность. Семья, мне надоело делать все самому. Да, начните что-то делать. Кто-то понимает, о чем мы говорим? Я знаю, что мы потихонечку начнем. Семья, я не рисую тебе никаких картин. Я знаю, что мы будем с вами сейчас раскладывать костер во время мокрой погоды. И я не рисую себе иллюзии, что там что-то начнется, где-то что-то взорвется. Семья, я рисую себе картину, что мы начнем складывать дрова и раздувать огонь. Кто-то слышит меня? Бог нам всем обещал, мы все это видим, мы все это слышали. Это дом, дом огня, дом реформации, дом пробуждения. Все, мы должны это сделать вместе. Меня не волнуют доктрины, меня не волнуют какие-то уставы, не волнуют членство, меня волнует одно. Горит ли здесь? Будьте в чате, в нашем семейном TCCI-чате, и с понедельника с 6 утра мы с вами начнем коммуникацию и молитву. Дорогие, советую, просто советую, не можете час, возьмите полчасика. Неважно, сколько ты возьмешь, стань маленькой частью того, что Бог хочет сделать. Семья, мы пробуждены. Я не считаю себя заснувшим или спящим. Мы это делаем для нашей комьюнити, для нашего штата, для поколения, которое идет в ад. Кто-то слышит меня? Что-то должно произойти, что начнет привлекать людей к Богу, не в церковь, не к пастору, не к учению, не к молитвам, к Богу. Помните, что это такое. И все начиналось с поста и молитвы. Да, few awakenings. Поэтому, если вы будете также получать видение и откровение во время поста и молитвы, пожалуйста, пишите их в этом чате. Хорошо? Я не пытаюсь тебя туда заманить эмоционально, я пытаюсь поднять воинов, которые решили идти до конца. Он нам читал? Прочитай еще раз. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Ты готов? Ты согласен? Мы начнем, семья. Единственное, гарантирую, хуже не будет.
Поэтому, может быть, именно таким методом кто-то поправит свою молитвенную жизнь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что для того, что мы делаем, твоя молитва будет иметь огромное значение. Потому что это цепь, семья. Именно в единстве мы сила. То есть очень важно твое задействование, твое «да» Иисусу Христу. Вот твоя возможность стать частью того, что Бог делает на этой земле. Я верю, что мы должны поднимать сильное христианство. Христианство, которое умеет молиться и умеет поститься. Аминь. Хорошо, дорогие, вы взяли что-то для себя?